Всем привет! С вами инкогнито Татьяна. Я сегодня буду готовить кабачки, запекать их в духовке и покажу вам, как я это делаю. Для приготовления сегодняшнего блюда мне понадобится 2 кабачка, пару зубчиков чеснока, соль, перец, куриное мясо, нарезанное мелко, или куриный фарш, также луковица. Ну и, конечно, растительное масло для того, чтобы поджарить мясо с луком. Итак, давайте начнем. Лук я нарезала мелким кубиком. Мясо у меня тоже нарезано мелким кубиком. Если у вас есть куриный фарш, то тоже очень хорошо. Масло у меня рафинированное. Оно уже нагрелось. Масло нужно обязательно рафинированное, чтобы оно не горело и не было канцерогеном. Вот так вот мы выкладываем лук и жарим его до розового цвета. А пока жарится лук на сковородке, порежем кабачки тонкими кольцами, где-то толщиной 5 мм. Если кабачки крупные, то можно делать полукольца. Лук у меня позолотился, поэтому я буду добавлять в него куриное мясо. Мясо с луком у меня поджаривается. Мы его обязательно должны посолить и поперчить. Мешаем и жарим почти до готовности. А нарезанные кабачки нужно чуть-чуть присолить, чтобы они отдали немножко влагу. Ну и, конечно, их нужно приперчить перчиком. Это делаем по вкусу, как вы любите. Мясо у меня поджарилось. Теперь я его выключаю, и оно должно остыть. А пока сделаем заправку. Заправку будем делать в мисочке. Нам понадобится 2 куриных яйца, 2 зубчика чеснока, 200 грамм творога, пару ложек сметаны, также соль, перец. Яйца я разбила в мисочку. Солю, перчу, немножечко взбиваю. До однородности яиц. Добавляю чеснок через чесночницу. Я положила в заправку 200 грамм творога. Разминаю. И добавляю пару ложек сметаны. Вот такой густоты у меня получается заправка. И нужно нам нагреть духовку. Духовка температуры 180-200 градусов. Заправку я добавила немножко укропчика. Перемешаю. И теперь буду все собирать. Вот у меня есть такая форма. Я ее снизу обмажу сливочным маслом. Форма у меня керамическая. И будем внахлёст выкладывать снизу кабачки. Вот так. Один на другой. Так, сформировали первый слой кабачков. Теперь будем смазывать кабачки заправкой. Выкладываем заправку и все равномерно ложкой перемазываем. Теперь сверху выложим наше мясо. Мясо или фарш. Лучше, наверное, фарш, он более нежное получается такое блюдо. Ну, у меня мелко порезанное мясо. Теперь сверху буду выкладывать опять же слой кабачков. Этот слой кабачков мы опять смазываем нашей заправкой. И еще один делаем слой кабачков. Ну вот, это наш последний слой. И также мы его смазываем нашей заправкой. Потом я поставлю в духовку выпекаться.
Минут через 30 я достану и посыплю сверху тертым сыром. Все, выпекаем. Я посыпала твердым сыром. Теперь закрываю духовку и еще минут на 15. Покажу вам свое блюдо. Вот так оно выглядит. Оно румяное, красивое. Все, буду его доставать и пусть немножечко остынет. Вот смотрите, какое у меня блюдо получилось. Здесь видно слои, здесь видно и кабачки, видно и мясо. Оно сочное и нежное. Оно немножко постоит, остынет, и я его буду пробовать. Ну что, попробуем мои кабачки. Они очень нежные и сочные. Ребята, это очень вкусно и нежно. Вкуснота, невозможно остановиться. Кому понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Может, у вас какие-то замечания есть. А кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Буду рада вас видеть у себя в гостях. Итак, всем пока-пока!